Один из вопросов заседания штаба – работа с компанией «Квадро». Теплосетевики увеличили свою инвестиционную программу по объемам замены труб. В частности, в северо-западном районе. Есть отставание по восстановлению дорожного полотна после ремонта на улице 50 лет Октября. У нас по городу Курску готовность 63%. На 90% мы завершили гидравлические испытания. На сегодняшний момент под ТЭЦ-4 эти испытания завершаются. По сетям готовность у нас 47% по городу Курску, средняя готовность порядка 67%. Эта цифра в целом по жилищно-коммунальному комплексу. С жилым фондом сложнее. В области готовность составляет 30%, в Курске только 10%. Это не значит, что все так плохо. Это значит то, что сами управляющие компании на сегодня отстают организационно. Специалисты связывают такое положение дел с тем, что в этом году от выборочной проверки домов перешли к сплошной. На сайте областной администрации разместят формы паспортов готовности жилого дома. Для того, чтобы каждый житель многоквартирного дома, каждый старший по дому понимали, какой документ им требовать и запрашивать от управляющей компании, для того, чтобы быть уверенным, что их дом готов к зиме. Что касается объектов образования, здравоохранения и культуры, то их готовность превышает 50%. Работа идет согласно составленным графикам, заверили на заседании штаба. Александр Юров, Геннадий Воробьев, телеканал 7.